Сигнализация проверена, лампы исправны. ВСУ запущено, параметры в норме. МСРП, магнитофон. Включены. Двери, люки. Закрыты, проверены, сигнализация исправна. Заглушки, заземление. Сняты. Управление самолетом. Ростоварина, ход свободен. Триммеры. Электротриммер включен, нейтрально. Стартер работает, идет запуск, обороты растут, топливо, масло, давление в норме, температура газов растет. Левый запущен, параметры в норме. Генераторы левого включены.
Стартер работает, идет запуск, обороты растут, топливо, масло, давление в норме. Температура газов растет. Температура 330 градусов, надув гидробаков в норме. Правый запущен, параметры в норме. Генераторы правого включены. Преобразователи включены.
проверено, исправно. ПОС. Включено. ХЭЛП. Включен, проверен. Курс АМПРК. Включен, частоты ближнего, дальнего установлены. Закрылки выпускаются синхронно, стабилизатор перекладывается на кабрирование. Закрылки 10.
проводникам приготовиться к взлету. Дамы и господа, мы готовы к взлету. Просим вас еще раз проверить, что ваши ремни застегнуты и туго затянуты. Благодарю за внимание. Багаж закреплен, пассажир на местах, к взлету готовы. Светосигнализаторы не горят, ППД включен, пост стабилизатора, режим автомат готов. Режим ВД установлен, взлету готов. Готов.
Бежим взлетный рубеж держать. 2 двигателя на взлетном, параметры в норме, рубеж держу. Скорость растет. 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210. Рубеж 220. Продолжаем. 230, 240, 200 полсотни. Подъем. Безопасная. Скорость мала. 6 убрать. Фары выключить, убрать. 6 убрано, створки закрыты. Стабилизацию убрать. Стабилизация убрана. Режим номинальный. Фары-то мы с тобой что-то забыли убрать, командир. Фары выключены, убраны. Так, внимание, высота перехода, альтиметр 29.92. Командир, ты давно штраф за скорость оплачивал, а?
проводникам приготовиться к посадке. Так, внимание, эшелон перехода. Дамы и господа, мы садимся. Устанавливаем давление аэродрома. Спинка вашего кресла приведена в вертикальное положение, столик убран, привязной ремень, стука затянут. Благодарю за внимание.
запускаются синхронно, стабилизатор перекладывается на кабрирование. Закрылки 10.
запрещено. Да куда ты? Смотри, какая скорость. Мы сейчас закрутки себе все поотрываем.
Температура 330 градусов, надув гидробаков в норме. Правый запущен, параметры в норме. Стартер работает, идет запуск, обороты растут, топливо, масло, давление, температура газов растет.